В этом видео я хочу рассказать, как проходит курс по фотографии для начинающих в онлайн-формате. Занятия по настройкам камеры, по тому, как видеть, как строить композицию по объективам, проходят в живом формате в Zoom. Занятия по обработке фотографий в Photoshop и в Lightroom, а также по свету, по настройкам света, я высылаю в записи. Затем мы также встречаемся в Zoom один раз в неделю для разборов самостоятельных съемок. Студентам необходимо провести несколько съемок в студии самостоятельно, а также несколько съемок на улице. Студенты онлайн-курса также могут получать сертификаты о прохождении курса. Вот так вот он выглядит. Да, Катя?